День добрый, друзья. Сегодня у нас Xperia Z. И будем менять на ней экран. Вот она у нас трещина. Видно, полэкран работает, то есть пол сенсора. И половина не реагирует. То есть матрица сенсора сломана, а экран целый. Будем менять модуль. Экран вместе со стеклом. Включаем телефон, снимаем крышку. Можно прогреть. Я считаю, что не стоит. Он прекрасно снимается вот таким образом. Крышка пластиковая в этой модели. Поэтому можно изогнуть ее немного. Давайте проверим новый экран. Идем сломанный, вот здесь он пристегивается. Поставим новый. Включили. Стоп. Здесь у нас шлейф. Я вам покажу поближе. Достегивается шлейф стекла, шлейф сенсора, пристегивается к шлейфу экрана вот таким маленьким разъемом. У нас отстегнулся просто. Теперь нужно перезагрузить телефон, чтобы проверить. Включаем еще раз. Пожалуйста, все работает. Верхняя часть и нижняя. Можно смело собирать телефон. Отключаем телефон. Антенный кабель. Снимаем батарейку. Шлейф батареи. Батарея у нас сидит на скотче. Довольно крепко. Аккуратно старайтесь не повредить ее обшивку.
Пробуем с другой стороны. Сняли батарейку. Вот он наш шлейф. Снимаем нижнюю панель громкоговорителя. Виброзвонок здесь у нас еще установлен. Вытаскиваем аккуратно. Здесь у нас пристегнен кабель, антенный кабель. Можно его не снимать. Я вам покажу поближе. Шлейф сенсора. Аккуратно приподнимаем шлейф соединения громкоговорителя. Для того, чтобы вытащить шлейф экрана, здесь у нас, будьте внимательны, стоит микрофон, дабы не оторвать его. Вот так вот приподнимаем. Экран. И приступаем к снятию экрана. Ставим термофен на... Нужно ставить на 400 градусов. Нагрели. Нагреем чуть посильнее. Снимаем. У нас вылазит экран.
вытаскиваем. Убираем стекло, которое осталось. Пластик, скотч у нас повредился. Давайте наклеим новый. Очищаем посадочные места. Наносим новый двусторонний скотч. Достаточно прочный, толстый. Несмотря на то, что он такой тонкий, он не слетает. Не отклеивается. Можно заказать и оригинальный. Будет намного дороже стоить. Поэтому мы пользуемся вот таким. Никаких проблем с ним не бывает. А солнце не отклеивается. Щели не появляются. Пыль не попадает. Ставим экран на свое место. Следите за тем, чтобы шлейф стекла, сенсора, а именно вот этот разъем, был пристегнут. Далее разъем виброзвонка. Вот он у нас.
ставим. Пристегиваем виброзвонок. Антенный кабель. Шлейф. Батарея. Ставим на место крышку. Таким образом за 15 минут меняется модуль Xperia Z, экран со стеклом. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Удачного дня!